Сейчас звучит песня. Фруктовый микрофон. Что ж ты, Женя, коварная бестия, убежала к поэту, блин, мавшицу. Я вчера от такого известия всю порезал себе бритвой рожицу. Ты сказала, проложена наглухо между мной и тобой ватерлиния. Так какого ж зеленого яблока ты меня целый год мандаринила? Если честно, то мне до крыжовника, чей теперь авокадо ты кушаешь. И в саду у какого садовника ты стихи его и свои слушаешь. Раз тебе до меня фиолетово, то и мне до тебя помидорово. Лишь обидно, что выбрала ентово графомана в пальто коверкотовом. Он тебя побананит, Жень, и выбросит, как от манго, ненужную косточку. А на память бессовестную выбросит у тебя откровенную фоточку. Женя, Женечка, слива наивная, на банан не меняют кокосы. Да разве не было нам апельсинового? Разве не было нам абрикосового? На хурму мне твое оправдание, речи сладкие, земляничные обманула мои ожидания. Ананасина ты, бля, двуличная. На душе у меня, Игорь, Мракуева, от того и стихи все клубничные. А вот бомжица встречу, побью его, пару раз в репу дам для приличия. Женя, Женечка, вишенка моя, что ж ты выбрала вот волосатого? Я пошлю его прям на фихуя, а тебя я побрею наголо. Видите, Гриша, Женя, как вас любят в зале, да?